Мы приобрели заброшенный зоопарк динозавров. Динозавры очень больны, поэтому, возможно, нам следует научиться лечить наших друзей-динозавров. У больного динозавра есть симптомы, помогающие определить болезнь и лучшее лекарство от нее. Этот динозавр имеет flame food. Вот Пакса. Так, нам дали травы и шляпа хот-дог. Привлекательность плюс тундра. Тундра. Это плюс тундра. То есть у тебя сейчас биом тундра. Если я тебе сейчас дам. Непонятно, что будет. Так, вот у него болезнь. Этот динозавр болен, но еще не заразен. Так, останавливаем время, потому что нам надо за один день все справиться. Так, наймите ветеринара, чтобы вылечить вашего больного динозавра. Так, смотритель. Уборщик, ученый, охрана. Где мне взять ветеринара? Следующее резюме. А, вот как тут идет. Смотрители, потом можно следующее резюме и еще смотрители. Много. Так, новый бран. Кстати, не повторяется. И всегда разные. Тогда можно нормально комбинировать так. Я-то думал только то, что дают. А нет. Так, ладно, уборщик. Уборщики вряд ли нам помогут. Они нам тоже не поможет. Ну эти тоже. Это должно быть что-то из смотрителя. То есть как будет где-то тут. Время надо пустить. Нету. Надо, наверное, изучить его. 150. То не то. Так. Научные лекции не то. То сетчатая большая папоротник. Здесь тоже все как-то не то. Металлическая дверь. И забор. Так, как нам его нанять? Его нет. Сначала смотрителя нанять. Есть медицинская схема. Это не то. Спящая диарея. Так вот, flame food, болезнь, пламенные ноги. Время инкубации 3 дня. Время болезни 9 дней. Симптом приватность, вид динозавра. Зауроподы, стегозавры, тераподы, какашка, лекарство. Лазерс. Лазерс. Так, я не знаю, что там за ветеринар, у нас их нет ветеринаров. То есть мы можем только смотрителя взять. Смотрителя, который будет... Устанавливаем. Который должен полечить. Походу лазером.
и свободного ветеринара, чтобы дать лекарства. Тогда, возможно, нам надо... Не знаю, кто здесь отвечает за это. За лекарства. Пускай будет любой. Наймите ветеринара. Отлично. Прям отлично. Так долго думал, оказывается, надо смотрителя было нанять. Нажмите на больного динозавра, чтобы открыть панель динозавра и увидеть симптомы болезни. Так, то есть, куда-то я не туда зашел. У больного динозавра есть симптомы, которые могут помочь вам определить заболевание и найти лучшее лекарство от болезни. У этого динозавра флеймфуд. Симптомы для флеймфуд являются привейси. Приватность для этого динозавра равная нулю. Нажмите на вашего больного динозавра. Нажмите кнопку лекарства. Выберите лазер медицину. Это мы уже, кстати, там посмотрели. Для этого лазер нужен. Хотя здесь у него написано. Так у него не написано, чем он болеет. Уровень 2. Это стегозаврия. Стегозавры. Приватность. Как мне узнать, что вот у него именно вот эти пламенные ноги? Даже нигде не пишет про это. Какуля много какает. Надо по этим вычислять. По симптомам. То есть, если он много какает, мы заходим сюда, смотрим. Каменный кашель. Нет, ну здесь мы не узнаем, хотя... Симптом приватности. Вот то, что вот какашка. Вот это что ли? Нет, здесь. Везде разное. А, ну, видимо, по цвету и надо определять. То есть, по идее, он должен сходить в туалет. Правильно. Или вот то, что вот это окружен в оранжевый цвет, такой желтенький. Он как раз вроде как соответствует этому цвету. У нас просто нет второго динозавра, чтобы сравнить. Тогда как бы тогда понятно, да, тогда ему как бы лазер нужен. Лазеры. Послан дать. Должен дать лекарство больному динозавру. Ждем. Нет, мы его лучше сами приведем. Он уже бежит. Бежит с лазером. Так, все, ветеринар должен дать лекарство. Отличная работа, вы вылечили одного друга. На складе еще один больной динозавр. Пожалуйста, помоги им. Так, ставим паузу. Здоровье 3. Так. Тундра, грязь. Даже его выпускаем. Так, выпустить. Дина. Медицинская карта является полезным руководством для определения заболеваний динозавров и того, какое лечение следует выбрать. Откройте медицинская карта. Так, пауза. Расположенная 80 карта поможет вам выбрать лекарство от болезни динозавра. Так, это у нас кто? Кентросаурус, Стегозаврия. Так. По картинке. Картинка бывает, помогает. Вот. Он, да, такой. Кенгуру похож.
Так, зашли сюда. Вот он, орнитопода. Выберите диарею для правильного лечения. Диарея. Мне это. Диарея. Вид динозавра. Кто может переболеть этим болезнью? Симптом общения. Так. Больной динозавр является орнитоподом, у которого социальная шкала на нуле. Так, социальная на нуле. Медицинская карта указывает на диарею и предписывает правильное лечение. То есть, что достигает нуля, то как бы нам и надо за этим смотреть. Так, окей. Мы должны дать ему выявить правильное лекарство для вашего динозавра. Так, там магия была. Я пропустил край, конечно. Так, диарея, магия, да. Лекарство, мэджик. Магия. Иван послан дать лекарство. Смотрим. Бежит. Все правильно. Вы спасаете жизнь динозавров. Пришло больше пожертвований. Вот монет. Окей. Что, все? Новое задание. Здоровье 6. Куда 6 верно? Как это я так нажал? У меня прям тут было. Задача. А, вот это, наверное, задание. Здоровье 6. Имеет два динозавра с уровнем счастья 50%. И все это за один день надо. Так, ты у нас... Еда-овощ. Нам нужна еда-овощ. Так, биом тундра. Прогресс. Грязь приватностью. Сделали так, и надо, чтобы это было тундра. То есть поднять неровность. Где-нибудь, где смотрят люди. Подняли. Так. На крайняк делаем еще. Декорации. Мы, наверное, не сможем сделать. Да нет, вот эта грязь. Здесь мы сможем поставить что-нибудь. 1, 2, 3, 4, 5. Кусты. Ты не можем. Камни не можем. Для этого, наверное, нужна тоже вода. Нет? Да, вода. Вода требуется в любом случае. А что он сейчас скажет? Я ничего не сказал. Но надо. Вода должна быть. Прям водоем. Если на одну точку ставить, то он углубляет рядом. И он куда-то ниже копает. Там делает эту. Какая будет у нас озеро? Глубокое озеро. Так это нам не сделать.
Привлекательность 1757. И матику. Матику мы не сможем сделать. Требует размера 1128. Все растения требуют воды. Если мы сделаем эту матку на 30% больше привлекательности для чего-то, бонус тематики. Динозавры на этой выставке не болеют. Вулканы активны на выставках. Вулканы. Безопасный. Ладно, мы это потом изучим сейчас пока. Нам не это надо. Нам надо, чтобы они стали счастливы. Они станут счастливы, если они поедят. Смотрите и корми. Этот у нас почти счастлив. Выставка слишком мала. Ему надо 490 фунтов. Этому тоже 490. Выставка у нас. Площадь 686. Это на двоих. А ему надо на одного. Для одного динозавра вида кентрозавр. То есть вместе надо, грубо говоря, 1580. Так, вот здесь мы сейчас расширим. 580, так, еще 300 надо. 300 у нас 15, 20 на 10, 15 на 15, сколько будет? Посмотрим. 15 на 15, по идее, у нас должно дать, даже если без этого взять, 240. Обычно 15 на 15. 16. Делаем одну. Вот 15 на 15 это 225. 15 умножается на 1,5. 0,5. 0,75 прибавляется. Угу. 8. То есть, чтобы получить 20, нам надо 10 на 20 сделать. Нам сколько? 300 надо. Забыл. Да, нам 300 надо. То есть 20 на 30, либо 25. 20. Ну, 20 на 20 получается. 400 даст. По идее, также 440. Там чуть лишнего, потому что он должен отсюда идти. Ладно. Носим перегородку. Добавляем грязи. Так, теперь надо деревья добавить. Засохшее дерево. Отлично. Так. Что вам теперь хватает? Так, растет. Биом выставки не тундра. Так. Там же поднимать теперь надо опять. А, теперь точно тундра.
Так. Этому динозавру нужно еще камни. Подходит для тундра, для пополнения. Так, ну камней у нас нет. Мы не сможем взять камни. А нет, у нас 35 здоровья. Грязь. Камыш, так, куст. Куст, а вот камень. А это у нас уже изучено. То есть нам как раз камень и куст дают специально изучить. В таком случае мы можем сделать правильный биом. И так, вода. Вот тут стоять. Ладно. Тут наставим. Камни. Много камней. Достаточно. И водички капнуть. Так, все. Биоразнообразие отличное. О, почти 90% вольер. То есть ему совсем не это. Не мешает второй динозавр в вольере, то есть не надо ставить там, разделять их напополам. Может, конечно, в дальнейшем они драться будут. Но пока им хватает, если размер выставки. Как бы соединить, умножить надо как бы это, плюсовать плюс это, и все это построить. Устрашение для других динозавров, как страшен, 139. 211. Агрессия 500. Ну, посмотрим. Так, а это значит не то, это... Правильно. Так, 90. Сейчас он еще покушает. И он вообще за сотку зашкалит. Так, все, миссия выполнена. Даже две звезды дали, потому что мы за один день все сделали. Все поняли, как лечить. То есть ветеринар нам никакой не нужен, это все делают смотрители. Так, получили плюс 2, теперь можно так, либо зарплату уменьшить, либо декор хотели, но не знаю. Лучше опыт бы этим дать. Больше опыта. Есть только минус зарплат. Сотрудники обрадуются. А это что значит обнулить? Это он мне все уберет, наверное. Так, ну пусть будет вот это вот плюс 30 скорость передвижения гостей в ночное время. Мы заодно узнаем, ходят ли они, ну как бы считается, вот когда загорается свет, ночное ли это время. Берем. Так. Плюс 15% деньги, потраченные гостями ночью. Берем. Или еще что-нибудь на ночь. Плюс 70% скорость передвижения гостей в ночное время. Берем. Будут бегать у нас. Если мы им создадим ночь. Так, тропические острова. Тут, в принципе, давайте не пойдем пока. Здесь здоровье еще. А, селекция. Так, все, тропические острова.